Холодный пар. Там на сайте, Андрей, там. Еще там будет еще попадать. Уголок. Там есть карточка, ребята. Сейчас мы проверим, как вы сегодня работали и вчера. Значит так, я даю скакалки. Ваша задача за 30 секунд прыгнуть 30 раз. Да, я буду считать, конечно. Так.
Так, ну что, попрыгали? Еще раз, вот, сиди, я скажу, берем.
так все не считается. Значит, тогда каждому по шалобану. А, нет, мы, наверное, купим чучело. И как вот, например, Николета не сделала, мы чучело раз и накажем. Так, девчонки, идите сюда. Сейчас я вам даю. Ига, там где еще одна стакашка? Вы поменяетесь шариками. Я потом попрошу, и вы поменяетесь. Значит, внимание сюда. Значит, вы должны набить чинчой. Готовы? Аджина, пошли. Стоп. Значит, я хочу слышать так, чтобы я не считал. Николета набивает и считает вслух. Хорошо? Набила, остановила, подняла руку, я все, у тебя я увидел. Приготовились? Да. Аджина. Все, опустили. Стоп, мате. Значит, сейчас, кто набил 5 раз, набивает 10. А кто не набил 5 раз, старайтесь набить 5 раз. Хорошо? Приготовились? Аджина. Смотри, если ты набила 5, ты можешь сразу набивать 10. Так стоп, внимание сюда. Но я первый раз сегодня, молодцы, нормально. Единственная ошибочка вот такая. Когда вы набиваете, видите как? Вот так нужно вот подержать. Не здесь, а вот здесь. То есть отсюда. Нет, и не очень близко. Потому что если ты близко, то вдруг будет раз. Хорошо. А теперь послушайте. 25 раз. Кто может, добивает. Все остальные пробуют. Дальше раз. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стоп. Стоп. Остановились и не двигаемся. Андрей, помнишь, я сказал, с места не сходить. Если ты ушла в сторону, Андрей, ушла в сторону, останови мячик и вернись. Дальше раз. Пошли. Продолжаем. Продолжаем считать. Стоп. 25. Вика. Молодец. Хорошо. Тогда другое задание. Это совсем легкое. Смотрите. Даже если мячик падает. Сейчас. Стоп. Подойдите с ракеткой сюда. Подойдите с Николетой. Николета, знаешь, сколько лет? Thank you.
Значит, давайте так. Даже если падает, вы набиваете 5, набили, упал, да? Берете мяч, продолжаете. 6, 7, 8. Хорошо, да? Аджина, поехали, 50 раз. Чините еще. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Олеся уходит со стороны в сторону. Ножки. Стоечка теннисиста. Сильно присела, сильно чуть-чуть. И галета выше чуть. Так, хорошо, Михаил, хорошо, умница. Вот. Не забывайте дышать, не забывайте дышать. Все. Есть. Так, смотрим. Есть еще. Кто закончил? Так, кто закончил? Ракетки ко мне. Вот сюда, вот так. И мяч. Вот так. Ты садитесь сюда. Молодцы. Так, уже лучше. Уже лучше. Уже лучше. Вы должны уметь все делать. Вы будущие мамы. У вас будут дети. А ты скажешь сыну, а ну сынок, забрось мяч в кольцо. Он раз забросил, а ты мимо 10 раз. Да, а вы должны сыну, дочке показать, что нужно хорошо спортом заниматься, уметь, и тогда интереснее будет. Научите, например, сына в шахматы играть в шахматы. Все! Они, два сына или дочки, и они будут с ней в шахматы играть. И вам 2 часа свободного времени, можете обед сготовить, уборку сделать. А если играть не умеет, ну и в шашки, или там еще что-нибудь, карты там, еще что-нибудь. Так, значит, смотрите, здесь мы все сделали, да? Уже более-менее. Но это шарики хитрые. Но молодцы. Так. А прибавки не делают, да? Ничего страшного. Сразу. Делаем так. Раз кувырок, два кувырок и садимся на место. Хорошо? Ну, конечно, Вика. Давай. Значит, Вика, становишься сюда. Стоп. Крик. Новенький. Он тебе помогает? Да? Значит, сейчас мы делаем что? Кувырок. Кувырок. Кувырок делаем. А разминку для кувырка мы делаем? Нет. Нет. Становитесь туда. Разогрейте ручки, плечи, шею. Шею, потому что... И сразу начнем делать. Сейчас эти гады. Пошире. Дистанция километру. У нас ковид, кто у нас? Ковид-21. 19. Какой 19? Тот уже сдох, уже новый появился. Я сделал прививку, мне подарили приз. Прививка или как это называется? Вакцина. Они подарили приз. Вот я принесу настоящий уйдет. А наклончики сделают 5-6 наклончиков, а поворотики. Не-не-не, головой не мотай. Голова на месте, только туловище. Да, вот, смотри на меня. Вот. Несколько приседаний сделайте. Это ж кувырочек, правильно? Да, вот 3-4 приседания. Вот, молодцы. Хорошо. Все, вот так размялись. Молодцы. Ушли сели. Значит, Вика, выходишь, делаешь кувырок в одну сторону, а потом в другую. И уходишь. Сейчас, одну секундочку. Готово? Пожалуйста. Ушла, повернулась и сделала. Так. Повернулась еще раз. И еще раз, третий раз. Вот делаешь хорошо, руки дальше. Все, ушла. Не крепко. Олеся, готовься. Все, переодеваемся. Раз. Вперед, зашли. Зашли, что вы стоите? Нет, я один. Вот. И ушла. Так. Так, обувь снял, сел туда. Давай. 3 раза. Нет, оттуда сюда. А дальше ручки. Давай. Руки дальше ставь.
Дальше стать руки. Вот умница. Молодец. Олеся. Ой, Олеся забыла. Хорошо. Ой, даришься головой в колени. Колени чуть шире. Так. Уже нормально. Уже веет, уже кувырок больно не получается. Так, хорошо. Так. Садись, ошибаться. Значит, сейчас посмотрим, как вы мячик бросали. Хорошо или плохо? Вика, ку-ку. Значит, становишься сюда, бежишь, бросаешь. Попало, не попало, берешь мячик, бежишь сюда, бросаешь. Тебе надо попасть 5 раз. У тебя есть 25 секунд. Готово? Аджина, побежала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, один, тринадцать.